нет, а мы дошли до этого момента. Еще со старым. Это вот этот. Какой же он карлик опущенный. О, нет, это же перевод, который был сделан в Гугле, я же отвечаю. Нока, нока, сай, арева, арева. Пропустить. Я. А, он тоже пропустил. Нет. Я, Конодай. А, я пропустил. Конодай, что-то. В ожидании других игроков, чтобы пока вы посмотрите историю. Ну, ребят, перескажите, что было в кинотеатре, я пока пошел в туалет. Там этот не уебывается, блядь. Перескажите, но краткий сюжет, я пока пошел в отлично. Казах не сможете рассказать, потому что он, блядь, на японском. Я на японском, я нихуя не понимаю. Казахи шмотки же на японском, придется переводить их. А, короче, этот, Макс Секун вылез какой-то этот, помнишь пидорас, которого мы валили? Блядь, скипы давай, ёбаный ты нахуй, шашлык. Его ёбнуло. Мы не видим, мы скипнули, скипы, блядь. Суки. А, Виталий один смотрит, стой, тогда расскажешь, как там было, держи в курсе. О. А? А почему здесь? А как играть? Я побежал. Говорить я не буду с ним говорить, ладно. Он черный, я буду с ним говорить. А как, блядь, бить-то? А, нахуй. А? Какая кнопка бить, блядь? А, L. G. У ворота есть в этой игре? Или их не было? На G у ворота. Да. Так, что-то я спизданул тут. Пойдем. Блять, я лучник, пиздец. Надо пройти. А, да? А почему мы в лесу? Почему мы не в этом? Да, мы, кстати, не в замке, а я хуй знает. Я нового не начинал. Все ясно, игра демо, понятно. Заплатите деньги, чтобы продолжить. Я так и знал. Это типа гайд или это уже типа реально геймплей? Такой вот геймплей настоящий. Это гайд первый. Ну, типа, мы подбирать на кружочек, ёпта. На У и О менять или что? На Е что делать? Использовать предмет на ЛТ. Открыть сундук. Это реально гайд. Вы чё, твари? О, бумеранг. Да я знаю, как играть, я пошел дальше. Понял, пойдем. Да реально, мы же знаем, мы эксперты. 16 часов это уже можно спидранить. Блять, и чё? Я чёрный. Сами идут, блядь. А, я стик зажал, я дебил. На словушку поймали, блядь. Два знака восклицательных. Новый раб. Симе. It's 5 AM, time for your country. Блядь, ебать перевод нахуй на японском. Загрузка сцены. О! Блять, я сам. А мы вопрос прокачаны или нет здесь? Я выбрал сейф, где у меня 59 уровень прокачан. Ебан! Смотрите! Пушка! Хуяк! Блять, одни луки ебаные, нахуй. А прокачка же это в конце идет. Когда вздыхаешь, по-моему, там же это надо тебе выбирать, не? Да, да, но. Что-нибудь возьмите, блядь. А, блядь. А, вот слетел. Статы курева, бабу. Деревянный лук. Лук дикарей. А, на R выкидывает. Возьмите мои кидательные предметы. Так. А, да, можно. Мы прокачанные, потому что чел нам дает приколы, вот зелье ебаное. Да. Я думаю, ребятки, что мы эксперты. Подожди, этот чувак что-то говорит. А, нет, это начало, да? О, можно включить кошмарный режим, пацаны, я думаю, кошмарный режим это для нас. А вас не смущает то, что у нас, блядь, ну вот, у ХП, блядь, какие-то, каким-то, блядь, нет, кисти вот этой, блядь, нарисованы, фломастером, блядь, цвета нарисованы, ебать, дизайн. Ну, типа, чтобы ты видел, чтобы ты понимал, что это. Игра мы сделала на AAA студии, которая находится в великой стране. Больно. Пиздюлился казах. Я пойду прям в бочке. Чего у них вообще на взрыва вообще нету бочки? Я же пылесосил. А? Я пылесосил не дал. А вот я разложил с ножками. Соус там белый. Ну что я могу сделать? И лучники, блядь, и все. О! Книга говна. Я не могу больше нести, все. Я ухожу, я не могу больше нести. Я регуха. Возьмите яблоки, казах, набирайся, блядь.
А у меня хилок только яблоко. А то без них заебись. Да, яблоко. Ладно, мы сюда. О, яблоко. Да, еще яблоко. Нет, у меня бомба. Проломи ее, бля. Оооо! Там же три надо. Насрал. Дай крипу. А, слушайте, я сломаю. Пойдем нахуй отсюда. Чего вы такие злые, ребят? Да я хуй. Доброта в наше время это самое ценное. Они злые какие-то, там идет, там хуесоса надо за барабанами отпиздить. Яблоко, ну пока бейте, пока яблоко. Почему дерево на меня бежит? А, это не дерево. Картина, вау, и такого не было раньше, помню. Я помню, у нас здесь хил выигрывал постоянно. Да, хил постоянно был. Фирменная, типа, там, чем это набирали, хиллером брали, там, всяких дамажущих, там, этих вот, дробашей. С мушкетов этих. А я пока достоял за щитом. Ну муравьи эти вообще там, жуки эти, навозники, самые, это, самые страшные. Да, мы их жахнули, блядь. У меня хп вообще нравится. Думаю, что это фиговый показатель, что мы вот так мы вздыхаем. Султан сейчас вообще умрет. Дайте вниз. А я пойду направо. А чё вы, мы же пошли этот раз вниз, ну ладно. Так а вниз, мне кажется, там дополнительная комната. А может вправо дополнительная комната? Ну, справа босс, мне кажется. Ставлю на это. А чё так рано? А, тут прыжки есть? Да. Вы чё, молчали до сразу? Ай, блядь! Сдохну, нахуй. Султан, я помню, он вообще играл бы один на этой игру, мне пока вот не видел. Он знает, что прыжки есть. Я знаю, что существует такая функция. Ну, банихоп, это КЗ-сервер, блядь. КЗ на 6. Блядь. КЗ-сервера 1 на 6, всем привет, на сервере запрещено. Я колдую, Андрей, сейчас. Что ты колдуешь? Ну спас казаха, блядь. А, он умер? Да, я сдох. А уже можно ресетить, да? Как в R6. Да, блядь, да. Да пивай чё, я горячий стараюсь наливаю, а у тебя ребят, у меня хила нет, пощадить. Вот здесь босс. Вот здесь, да, прям клянешься. Это неплохой босс, Виталий. Мы же можем деньги скидывать. Но он реально играл в эту игру на все время, мне кажется. Боевой лук, надо кому, блядь? Ледяной взрыв. Я на луке. Эй! Он говнище. Моё деньга! А, можно скидывать деньги? Мы как-то умели деньги перекидывать. Так он бесплатный. Он бесплатный. А, пойдём. Я не бесплатный. Дай, может ты купил уже? Пойдём. Я, кстати, по-моему, тоже что-то купил, не помнишь. Тупо, блин, Россия, блин. Ты купил или нет? Что, сундуки появились? Не купил, не знаю. Да, блядь. What the fuck? Я им устраиваю мини-драчку. Ой, блин, эти картины вообще меня пугают. У них, блин, кадров больше, чем не знаю кого. Блин, красиво, блин, какая-то на картине, блядь, ёпан. Мы в Rampage Knights играем, если что. Ну да. В Rampage Knights. Лучше бы в них апдейт вышел. На троих. Хотя я не знаю. Здесь тоже нормально. А-а-а! Я забыл, что у бомбы нифига бы не так. Я хорош. Мужики, смотри. А, тут же есть супер удар. Блять, супер удар, и сам себя коцнул, нахуй. А почему я тебя бью? Руки джам. Че за тупое оружие, блядь? А может надо зажать? О! Ой, блять, это убегает. Надо же убегать, надо, да. Я пропустить нажимаю, почему? Пока все не согласятся. Султан единственный нажал, скотина. Че вы убегаете, дети? Надо его бить. Че, куда? Я получил по жопе. Че, бля, лей? И радуюсь, блядь. Ай! А чё, сам умер, что ли? Я его ёбнул. Новое в замке, вы видали этот перевод? Подожди, мне кажется, мы мужики не там, где надо. У меня... Я выбирал именно слот, который не новый. Ну, я тоже. А я новый выбрал. Нет. Так у меня нету никакого больше. А-а-а. Понятно, что ты хп мало. У него сейвов банально нет. Оооо, хуя. Хуя. Хули у тебя сейвов нет, если должны были быть. Типа... На другом аккаунте. Там лук короля гоблинов, кстати, есть. Он говно.
Я правильно объяснился? Понял, там прыжок обезьяны дают вообще-то. О, казах прижать их, гномисов, блять, нормисов призывает. Фига, раньше не было, стопы, смотри. Смотри, а светлюшки, блядь, слюшки. Да, не было. Светлюшки было, было только, блядь, локации, на попрямую идешь, ебать. Ну не обосрался без скелетов его. Я думал, что все, меня уже умер. А как, блять, а как тут дышать? Свежий кабанчик. Блять, свежий кабанчик, реально. Казахов, блять, сосите. Опять поколдовал. Я восстановился, меня пиздец. А как тут сбросить предмет, блять, подожди. На R. На R? На, казах, жри. Давайте, господа мои, значит, подскажите, блин, геймпадеру, мы что делать в таком случае? А вот у тебя. Блять, я сейчас... Ооо, опять полежать. Я сейчас тоже добавлюсь к нему, ну. Да ну неужели, я не то нажал. До второго не дойдем, вы чё, ёбнули, что? Я как скала, поняли, у меня говорит пес. Я скала, блин, я буду рассказывать, как я работаю таксистом. Скала одна, мужики кушать. Мужики кушать, меня не выкусят. Так ты отъедайся, блядь. 20 хп мало. Обо мне не волнуйся, я просто сдохну. Банана, блядь, на японском, блядь. What the fuck? Опять не Берлин. Да блин, да что такое? Опять Берлин. Волшебство, свой навык не забывайте юзать на L. Он, у меня геймпад. А, я не могу дэшиться, у меня нету такой способности. Вот ты облажался. Ай, да блин, почему? Я не хочу часа. Они хотя бы не коцают, спасибо большое. О, неизвестное зелье, блять. Я съем. Все, я хилился. Пойдем. Трахать? Нас? Нас. Никогда не догмали, не достанет таджики. What the fuck? Блять, казах крутилку, вертелку юзает. Да блин, пауки какие-то живучие, а кабанчики свежие. Это все самое страшное. Все мясо. Самое страшное, когда тебе подсказку на геймпад, блять, выкидывают, когда у тебя нет геймпада. Ты понятия, блять, там, ну там стик надо крутить, блять, а ты понятия не имею, наверное, вправо-влево. А мышка. А ты письку крутишь. А, я выбросил? Да. Я понял, как выбрасывать. Я говорю, наверное. Да. Я на геймпад. Вот это мой 200 ICQ moments. Purification of evil. Деньги, три плеера. Нет, я сейчас лягу. Да банан ешь, блин. Да ебал я бананы в рот. В смысле, блин, банан? What the fuck? Чё, хоть сундуки говна? Вон, казах, посох есть. Ооо, посох! Ну и говно он. Ебать, я кудесник нахуй, ёбаный. Блять, зачем ты взял? Ну раньше мне после каждого перехода с локациями пинг повышается в два раза. Просто сейчас, блин, пинг 60, блин, обычно, типа, переходим в комнату, мы резко 180, потом 160, так уменьшается. Геометрическая прогрессия, это хуйня. Ай, кабаны прям сюда. Нифига себе, задавали. Ебать, доджеру! Ааа, какой же я красавчик. Доджу как божий, блядь. Хуя! Смотрите, блядь. Ай-яй-яй. Я пиздюлю. Я там кул. Ну это ведь игры реальные, блин, Google перевод, я не могу, он меня калит. Ну так оно и есть. Ай! Там чел что-то за 20 хочет продать, я не могу, переведите. Он тебя обманывает. Переведите, я не знаю. Они нелегко мне достались, говорит. Сейчас выбирай 20 золотых за каждое, давай. Он же тебе даст ничего. О, броня. Металлическая, так и это мое. А вот ты че вымысел, ну-ка подобрать. 30 дал. Мое. Ой, я тебя возьму. Тебя получится с моей бегать? Она просто быстрее. Ебать, я теперь голем ебаный. Ну все, мы, значит, ты всех убиваешь от меня, че мы. Ой-ой-ой. Кто забрал? Ай! Ой! Ой! Вот и голем. Ой, у меня дезориентация. Я их в лягушек превратил, мне похуй. У меня дезориентация, то ты не знаешь, гейт или нет. Поменяли управление, зато плюс крит.
Бэйн крит убрали. Фак. Нет. Блять, казак просто дальний закидывает дерьма. Ёбаный волшебник. Бляха муха, да чё так больно-то в этой игре всё? Это на начале. На смысле, на начале вы... Да, по-моему, логика не а так чё дальше? Не так работает. А чё дальше? А вы не помните локацию с акулами вот этими? Да, это говно. Плакали, плакали всей семьей, когда видал это вообще. Всё забрали, вообще хожу без шмота, блядь, суки. У тебя посох новый, блядь. Новый, блядь. Made in China. Новинка года, да. Купил в ДНС. По скидке, мы за по купону. Волшебнику ебло ломаю. Дайте чай попью. Это какие-то новые, видите эти гунчики? Кто это вообще эти летающие? Да, блядь. Это эти, как там они, из террарии вот эти вот летающие, блин, призраки, которые ветки вот эти вот всякие говно вот это вот. Полтергейсты водные, а, которые, блядь, это мы... Да сука, хентай с хентаклями, блядь. Возьмите, бля. Криты возьмите, возьмите крит. Да, возьми крит. Андрей, да, возьми крит. Возьму метист. О, дайте броню. О, говно. Посох! Это не посох, вот это вот. Возьмите, возьмите этот, возьмите... Копилка. Андрей, возьми копилку, она урон дает за золото. Где? Вон, 20 имеет. И надо Андрею золото все дать, короче. На. Да, подожди, а с каких пор у меня стал бы накопительным капиталом, я не понимаю. А как отдать-то? Я просрал момент, когда я стал накопительным. А ты, короче, нажми так, и прям мышкой выбери и нажми R. С каких пор я накопительный, я не понимаю. А что это? А что такое? Что это такое? Неизвестные зелья. Я не могу больше нести, возьмите неизвестные зелья. Не бойте, не бойте. Капец, блин, денег у меня больше нет. Ребята, Виталий, сейчас как Манинзуки, меня потрачу эти деньги на часы. Хуйня, если честно. Ну давай. А дайте по... А, ладно. А чё у тебя палка-то делает? Тинти так, тинти так? Знаю. Ой, а это всё новое. Новый, новый, у нас раньше Wood King. Wood King, Wood Knight. Wood King, нифига себе, King. Я проклятие даю какое-то. Ой, бля. О, нормальные звуки. Я Марио. А дайте поесть ещё. Ай! Мне кажется, или... А, ты лежишь. Да, у меня нет, нечего поесть, блядь. Держи, я выбросил. О, да. Виталий скисил. Поешь, железо полезно. Да, блядь, шо ж ешь кет-то, ёбаный? Виталий должен дамажить больше всех, блин, здесь. Да я маленький. Когда это пройдет? А, у ворот есть, а это где дебил, у ворот. Сейчас, то, сука, какой же у меня бесполезный посох. Ай-яй-яй-яй-яй. А кто-то умер? Опять, ну, я понял, кто. Я спас. Зах, играй. А, я жив? Блять, он еще переписывается параллельно с бадлом. Да неправда. А шо неправда-то, блять? Да я, ну, я думал, я мертв. О. Все, хэппи-энд. А я, а меня похоже. А, да ты лежи. Эксперт зовут Гуд. Ачивки. Деревянные. Да я не могу. Мне нравится, что султан только о деньгах и думает. Дайте мне. Что это? Оберег. Я прикольный чел. А что, оберег делает? У меня он уже есть. Герой ранее будет создан щит, который продержится до взрыва. Ну вы все, конечно, выглядите как дудики, ребят, не буду. Ну а что призрачный костюм делает тебе? Я не знаю, почитай. Дополнительный бонус для посоха, казах. О, а еще что? И двух и парных клинков. Крит плюс 10. Заколдовать крит плюс еще чего-то там, блядь. Все, все, все. Пойду. Я банан выкинул. А деньги? А, деньги. Да, Андрей, деньги. А это копье, ну-ка. Я выбросил деньги. I'm so sorry. Оу, shit. А если я, блядь, ну-ка, мужики, а как такую не делать? Don't be here! К победе! Сзади мута! И куда мы сейчас попадем? Секретный. А хотя бы еще выбор, мы снизу пещера, сверху пещера. Сверху глаза глядят, справа, снизу тоже глаза будет. Разница особо-то не делала. Ну только здесь акулы эти. Типа че умею, блядь, это я? Мужики, у меня знаете, что есть, блядь? О, мыши. Ну. Ёбаный коронка, а где ты увидел? О, нет! Это колобок, вонючий. Блять, Соник. Блять, ёбы, блять.
Я ему, смотрите, по жопе бью, блядь. Сука! Мразоты, блядь. Я его трахнул, блядь. Ну, у вас бомбы есть одна бомба, блядь? У меня? О, две бомбы! Она открылась. Она открылась, я думаю, там бомба. Кристалл. Забрал, даже не парился где-то. Ты вообще не мыслишь. Вот бабку спасем. Че, недоволен? Приглашаю всех в себя. Ну, Казах, у тебя полезный посох против этих ублюдков? Он на меня действует еще. Ай! Как драгоценные камни дают защиту? Сердцу приложил. Блять. Виталий, я на твоем банане сейчас спотыкнусь, блядь. Я не ел. Или ты Андрей ел банан, Андрей, твой банан, ты знавай. Я кристальный убийца, блядь. Блядь, Андрей, ты на боль, что получает тычку. Ты заебал, да я. Я единственный пошел к банану. Он становится легче прицелиться, но теперь мы не советуем водить машину. Андрюха, не хочешь повязку, как у капитала, блядь? Давай. Я какое-то кольцо на реген. Подожди. Иди повязку возьми. Что там еще? Мне оружие скрафтили. О! Это мне? Да. Двуручный меч. Прикинь, двуручный меч. Блять, оружие, говорит, за 50, да ты охуел. У нас таких денег нет. Давай, я куплю. Да похуй, да не надо, у тебя урона же. Так я же меч купил, блядь. Так у меня уже есть пушка. Так может быть не даст что-нибудь. Там же рандомная дает. Давай еще, вдруг выпадет что-то, а? Посох. Кто бы мог подумать? Да. Да. Я даже и не понял сначала. Охуеть. Экзо, охренительная хрень. Берите яблоки, блин, хилки тут лежат, мы не знаем, ничего бы Нурсултан, блин, купил. Да я беру их мало. Одна, блядь, яблоко, его и то уже нету, блядь. Давайте. Надо, короче, прокачиваться к узбеку. Узбеку? Да блин! Я найду эту тварь, я узнаю кто. Да зайдем мы или нет? И? Кто была эта тварь, признайся? Ёб твою мать! Навозник жук, блин! О, акула. Нормально. Блять, акула! Это из подводной братвы, пацанчик. Я ему зубы сломал. Да опять акула номер два, ребятки, это вообще не смешно. Блять, акула. Какула. Нет! Какуля. Блин, я потом, когда в Якудзу пойду, я такси контролсы, блин, перепутал. Такие, блин, контролсы тут кончены. Бля, вообще. Я сдох. Блять. Я даже не удивлен, что. Ай-яй-яй-яй-яй. Че ты его поднимаешь? Ты, кстати, если, блядь, ёбнешь меня, то ты собьёшь. Ты мимо меня да? Пойдёшь, да. О, кстати, надо будет потом воспользоваться. Пиздец, блядь. Вот на боссе финальном. Блядь, о! Ты повязку-то взял на глаз? Да. Блядь, она не отображается. У меня да. Что-то даёт. Что даёт этот пожир? Мужики, потерянный амулет, пизды, призраку. За награду. Типа за шмотки? Да. Неплохо. Деньги мне. Эх! Я пошел, ребят, давайте. Давай. Там тупик, ребят, я. Ой, я чеки. Это мы как. А Нидзука, когда ему рассказали историю про грустного учителя с заводом в долгах. Давай, давай, пойдем, блядь. Завод в долгах. Блядь! Завод в долгах, Мерседес, а чем бы нет? Ломантра дерьма, на ей, блядь. То ли гушачит? А, блин, я понял. Кто лягушачий? Да кабанчик, в смысле? Откуда кабанчик? Да ты заебал крыса нахуй, блядь. Кто крыса? Со спины бьет гоблин, ебаный крысюк, блядь. А! Крысюк! А чё это защита это? Блядь. Бабку! Бабку! Мне нравится оружие собирать, такая же тварь. Да, да, за 30 монет выгоднее предложение. Закидываешь на полигон, чё? Блядь, и оно на себя урон. О! Блядь, ай, блядь!
Я нахожу это поинтересней. Это ствол новый у тебя такой? Да, это пушка, это мушки. Возьми крит, Андрюха. Мужики, что это такое? Ну пойдем. Давайте еще куплю, у него 30-ка всего оружия. Купи, да. 50, тварь, налоги повысила. Ну и пошел. А у нас хватает, давайте мы сложимся, нас хватает. Давайте, давайте, живем последний раз живем. У нас же есть уже пушки, блядь. А лучше сказать, это имба султану выпадет, или мне еще может, или тебе. Проверять, что такое говно выпадет, вот такое вообще пожалеть. Она сказала, что 20 мне показалось? Не 50. Блять. Они, если что, парные, вот парные эти. Вау, блять, превращаются, охуеть. Ааа, вау! Говно какое-то, ёпта. Такого говна я не видел. Они хотя бы в щит будут превращаться, блять. В дерьмо, но так по факту в дерьмо превращаются. Давай, блять, тебе сталактиты ломают. Ну так камушки, денежки, блядь. Деньги. Яндер.д. О, нет. Надо, чтобы пройти, если что. Ха, деньги. А у нас, по-моему, нету бабок. Блять, ебать там казах всех превратил сразу на локации. Опять бы не тот, блин, пожиратель, блин, миров, блядь. Эй, зачем я брал защиту, блядь? Черепашку не бей, подумай. Блядь, я уже подумал. Подумай, подумай. Отдай защиту! Да мы! Моё! Защиту! Ой, блин, ты меня убил! А, нас коцает? Тогда! А, ребят, ну кто знал? Я пока сундуки открою. О, броня! Блять, казаха добил, блядь. О, броня, которая вообще, наверное, для всех. Тварь себе забрал, даже не подумал. Я, если что, не умею читать, блядь, у меня все. Предмет, короче, называется не подбирай, проклято, все. Мы тебя замом, Виталий, мы сейчас будем предметы только тебе забирать. Я договорился. О, охуенно. Оп, я нашел еду. Че, заплатим за вход? Отвечает нам стопудово райская мечта. Сколько? 16, я прохожу. О, я русский поставил. Заебись. О, говно. О, ССР-ракет. А один бесплатный, по-моему. Да, я могу что-то бесплатно купить, у меня тикет есть. Нужна броня ниндзя, Духа? Ну, блин, она для лука или парных клинков. Но у меня вообще броня говно, даже она будет лучше, поэтому я не бесплатно самого. Я взял. Посох, казах, хочешь? Это хил, да? Моё, давай. Да, хил. На. А, у нас денег нет. А. Бесплатно. Ага, ну я не хочу. Потом, это что? Ага. О-о-о-о-о-о-о, хил! Дай-дай-дай! Ура, говно! Дай-дай-дай-дай-дай! Виталь, ты вообще бы не должен хилиться, у тебя 434 хп максимально. У них на одно применение. О, ура! Бананы. Ладно, я пошел дальше. Ну типа, у Андрея это призрачный пиздюк. Это сперматозоид. В шлеме. О, блядь. О, старый дебил, да стартмен, циклоп. Его перевели, уроды. Smack my ass. Цак май кок. А я пока буду камушки ломать, чё, вы же, наверное, не против, да? Да нет, блядь, чё такого, блядь? Чё такого? Ребят, отойдите, пожалуйста, я пускаю в него акулу. Блядь. Ну ладно, султан. Да я... Да блин! Я снова пускаю. Да... Тупая акула, надо было скилки ставить. Хотя мой лук был вообще слабый. Фиг, чего вы парня мой на пузо положили? Пацаны, сейчас акулу пущу. Ладно, мне у вас пофиг. Я единоличник. О, опять на пузо. Ну все, это из. Mm-hmm. Новое сокровище в замоке. Но я не могу на эту скидку, там написано замоке. Вы видите, там замоке, не замке, замоке. Броня акуле. Двуручно умещай мушкета. О! Мушкет. Кому нужна броня ниндзя? Рука демона, периодически твои руки наполняются силой. На пальцах руки демона красуются буквы «Сдохни».
И откуда у них так много пальцев? Кто хочет? Это я беру. Блять, казах теперь этот. Посмотри, смотри, сколько брони-то, интересно. Доспехи ракшасы какой-то. Паладины еще есть, чекайте. Мне нахуй не надо, я крутой. Похильте это. Все, блин, почистую собрали, твари, блин. Просто, блин, загрызли, блин. Кстати, а вот это вот сверху, это не может быть переход быть на другую, типа, локацию? Хуй знает, может. Но он закрыт, типа. Пойдем. Погнали. И куда мы сейчас, вниз или вверх? Вниз. Опа! А, ну классика, да, вниз же была. Дангон. Гарик, Бульдог, Харламов у нас в команде сидит. Гарик, Бульдог, Барбарник. Блять, ну... О, мило! Мое любимое чудо. Цвет волос, если что. От пива? Да. Неплохо. Пиво Некс. А что эти руки делают, я так не понимаю, блядь? Они тебе заряжают со временем атака, чтобы ты сильнее бился, скорее всего, когда. Ты что, не я сейчас сдохну, ребят. Не, вот не буду скрывать. О, похилился. Я сейчас свои же акулы сдохну. Да что такое кабанчик лютый? Хильте есть, надо их похильте. Аминь. Ура, блин, круг сатанистов. Какой он маленький, блядь, как мало дышит. Какое говно парашка. A few moments later. Как он мало выхиливает, блядь. О, два. Так ща может выпадет. Королевский дебил. Алмазная рыцарская. Смотрите на перевод. Алмазные рыцарская доспехи. Как вам неплохо, да, ребят? Лично я умер, скажу честно. Посох как силе, где? Молитва, блядь. О, периодически пожигайся в комнате моё. Давай, да, Султан, бери рубин. Где? Ну, КП плюс. А чё, видите, я хочу знать, что посох мой делает. Крит на вещи кристалл, смотрит прямо в душу. Смотрите. Вау! Это же турель! 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 Кто бы мог подумать? О, вниз! Ладно. Вау! Мы заперти! Виталию вернули на место! Да. 10. Бляха. 10 уровень. Обливиан самая лучшая игра. Бля, меня трахать. Судан уже разговаривает как перевод игры. Вот она. Господи, максимальный роллплей. Инфинитиве, блять, игра рассказывает. Я не буду даже пробовать пока. Даба. А Боба. Мишком Фредом. Так, да ну нафиг. Зачем ты спасаешь его, стань? Пусть послужит нам хоть варальность. О, броня наверняка для хиллера. Да. Святой взрыв, блядь. На мушкете. Мне кажется, акула лучше, хотя... Посмотри, он в нескольких местах появляется. У него война атака больше. Хочешь, бери? Мужики, давай возьму, ладно. Поесть? Ноте, яблоко, жаль. Я вот такой тварью быть, я вообще уже... Я не знаю. Я больше с вами не буду общаться. Я разочарован тебе, это. Я во всех вас разочарован. У меня сокровище. Ну так дай сокровище, давай! Дебил, за 20 денег на бумеранг, ну я дебил. 40 бабок на хоть. Мамонта бы заскамили меня, блядь. Отдаюсь. Да зачем? Мы не будем скамить, это скам мамонтов. Хотя, подожди, оружие, да? Сколько? 40, да! Да, о! Вот видишь. А он говно. Святой круг, это же! Ой, это больше хит. А он хилит 4. 4, нахуй,
Не, ну хотя бы он дольше, он в сумме больше дает в итоге. Да, он в сумме больше дает. Кто отдавал 24, пропадал. Казах, дай еще поесть. А, ну, мы все еще хилимся, да. Не, это получше будет. Казах, ну похили не меня. Да тебя полгода хилит, да ты на своих хп, посмотри, блядь. Великий суд. Андрей, на еда. Зачем? Я хефул. Ну все равно у тебя все еды нет. А я. Да мне было должен заколебал фотографию, то кидает скотина, блин. На, достал, блин. Ну блин. Андрей, забирай еду. Тварь, блин. Подос мне. Я сыр. Блять, почему чата нет? Я хотел написать, я собираюсь совершить революцию. Блять, я уже нахуй. Деньга! Да, кстати, есть предложение, знаешь какое? Тенге. А, я это не могу выписать, да? Да. Мужики, смотрите, сейчас будет прикол. Давай. Если не смеется, значит это не Comedy Club. Да какая тварь, блин! Это ты стал, блять, это ты стоишь! Смотрите, смотрите, Comedy Club. Да ёб твою мать, ну и Comedy Club, блять. Ай-яй-яй. Ну, Андрюх, он всем задействует. Ну да, да, есть такое. Нахожу твои слова правильными, но он регенится нереально долго. И по своим башен. Вот это Comedy Club, слушай. О, а хилиться буду еще. А что, аура же есть, что не хилится? Сейчас. Аура как Initial Demon, погано. Так, а что, хилимся после боя, блядь? Во время боя запрещаем хилиться. Меня никто не победит. Ой, да-да, поговори больше, тварь. И все. Кинжалы, кстати. Роскошный рюкзак, увеличит вместимость рюкзака. Кто хочет? Нахуй. Спасибо, я не школьник больше. Мне пох. Яблок. Там блинки, там блинки. Двойные, ледяной. Да и нафига. Ну, они классные. Кстати, а вы и школьнички ведь отдыхаете, да, ведь когда у вас сейчас нерабочие дни, да? Скоро. Тварь, я работаю в понедельник. Да казах уже отдыхает, блять, ему с кайфом. Бляха, муха, я в понедельник карантина выхожу. Да ладно, за эту денежки поработаешь, получаешь. Ну да, 50 тысяч тоже. Нормально. Блять, я думаю, вот эту хуйню взять, похуй, ладно. О, боже мой, я только... Где работаешь, Андрюш? В хорошем месте. Как я ничего месте? Не делаю. Я работаю на заводе. За 50 тысяч в месяц? Нормально, кстати. Да даже больше. Там чуваки у меня получают 90. Блядь, это что за завод? Они получают. Да там какое-то там итальянское оборудование, там делаем обогреватель. Нормально. Виталий, вот ты хочешь там работать за 50 тысяч? Да, я туда входил с кайфом, но бы не сел на карантин, я уже забыл, что там надо делать. Что такое работать, блядь, я забыл. Да реально, блядь. Ну а домой главное не грузят тебя. Ты чисто работаешь, смена, всё. Да. Да, значит, проблема с другами, то есть машина умерла, а новую машину найти бы так и не могу. Жалко, значит. Субару бы искал, блин, Субару. Купил. От Субару. Ну да, блин, я чувствую разницу, блин, Субару, велосипед. Поставь на него скинуть Субару и Субару на колесиках. Не знаю, блин, машина бы умерла, блин, еще и ДТП, блин, вонючая, блин. Чего? Колдовать 30 минус 10. Хуйня какая-то. Защита. Падла ебаная на казахе. Отжарит всех вокруг, мне пишет, да. Я прочитал срачные доспехи священные. Спущенные, блять, когда я пьяная. Это не колдовать, тут вам не нужно. Спущенные трусы, блять. Опять босс. О, нет, это тварь, я его помню. Да почему нельзя... О, хороший диалог, да? Да, держи в курсе, дебил. Я даже его не вижу. Да и даже хороший диалог. Не гражданин. О, вот это урон, ну ты тварь, конечно, блин. Тебе 5 лет, ты такая тварь.
Блять, казах на месте стоит хилиться. Похилился. Да он меня убивает с трех тычек, я не знаю, что мне делать. Не волнуйся, мы выиграем данного. Один хп восстановил. Живи! Живи, казах, живи! Зелье дезориентации, зачем? Ты зачем мне зелье? Она меня дезориентирует! Ты зачем это сделал? А куда ходить? Блять, какой же он ёбнутый этот ублюдок. Поехавший. Братишка, может это тебе, блять, лекарство? Может дунуть. Блять, по спине. Новое сокровище замоки, да. Все, давай, умираем, блять, ёбок. Умираем мы? Зачем? Ебать, коса смерти. Зловещий взрыв. Ханский палаш, блядь. Мужики хилят. Клиффхенгер момент. Ебать, это чё? Это легко. Дебил! А чё, коса, кстати? Понимаешь, тебе 15 лет. Навык жнец. Ебать. Ебать ты худец. Чисто, чтобы врагов лететь, сдохнуть сразу же. Да, Виталик, аж ты жирная тварь, я бы тебя убил уже быстрее. Не, ну, все потому, что Виталик черный тоже, да ведь? Я не могу, у тебя с командой, мы тварь, больше всех мы жрешь, я бы тебя просто уже убил, мэн. Сколько тебе хилит, блядь? Них не беброчки, лошпедус. Понимаешь, чтобы тебя полностью захейрить, надо 111 тиков, блядь. Сколько ты все на овощи этих принимаешь, не понимаю. Давай. Ты скала или с Дэдхэм, кто ты? Я яблочком закушу, чтобы быстрее было. Закусил, блин. Закусил, блин, хуй. Тварь. А деньги надо Андрею уже отдать точно, мне уже, блядь. Я не понимаю, почему у меня деньги даже не удваиваются. Так они не удваиваются, тебе удается урон за деньги. Тебе урон за деньги. А ты их тратил, блядь. А ты их тратил, блядь. А я все это время накопительный капитал, трачу деньги. Зачем покупал? Фига я дебил, надо было просто в Tines of Damage. А ты, блядь, не знал, что... Я после его просто сказал мне копилку, я думаю, блин, фига себе прикольно. Я тебе сказал, ну урон-то это. А я что, слушаю что ли вас? Сука, тварь. Сука. Послушай хоть раз нас. О, урон реально больше. Блин, круто, ребят. Tines of Damage. Tines of Damage. Ай-яй-яй, я уже умер. Какие-то ебейшие темы. Вонючки такие, знаешь, попахивают. Еще слепой вот этот. Все, из. Из. Султан взялся противника по своему уровню. Мужики, не хотите это? Добро пожаловать, у меня отлично. Может быть, это поможете тут прожить? Виталь, тут кинжалы зачарованы огнем. 20. Сколько, Виталь? 20. 20? Да. Звучит выгодно. Кинжал зачарованный силой огнём. Бери, обязательно. У тебя будет огонь и электричество. О, чё за говно? О, пацаны, кто нас больше всего убивает? Ты. Виталий. В смысле, я больше всех убиваю? Да Виталий это не нужно. Что там? Это увеличит максимальный хп за каждое убийство. Виталий так как-то много. Ну тебе возьми. Можно казаху взять, потому ты что... Ты сдыхаешь, султан. Подыхает, да. Ладно, вопросов ноль, блядь. Эта тварь не дамажит, а никого не убивает. Эта тварь вначале берет, блин. И сразу же. А есть ржом, блин. Слизистая, блядь. Хеликобактер, блядь. Хеликобактер заработал. Опять, блин, пинга стала в три раза, да блин.
Какая тварь, блин, пингует. Это что такое, ребят? Там очень страшно. Нет, там выше, итоге, там правее страшно. Андрей убил моего миньончика, который я полгода долбил. Там, там правее вообще жопа. Кто это за стрелочек? Я тебе говорю, там правее жопа. Пиздец, блядь. Я сейчас сдохну. Новое сокровище, замуки. Замуки. Виталя, блядь, помоги, нас страхует. Да, возможно, мне стоило взять. У тебя так хп много, тварь, куда бы тебя хилить, урода бы такого. Фига бы капитал, блин, повысится на тебя. О, султан, тут твои враги. Моего уровня, да, так сказать? Ай-яй-яй. Эта сука очень сильно дамажит, ему пиздов надо вылавливать, прям как я умею, блядь. Тайнс оф дэмэдж, блядь. Тайнс оф дэмэдж. Это говно, блядь, а не предмет. Нюхай бебру. Все, я буду хилиться с султанами, пофиг, где. О, какой-то топор там, молот. Чё за клинки? А, эти самые? Дурацкие. Они плюс 20 хп дают, кстати. Держи в курсе. Мужики, я кинжал кидаю. Блин, тварь, это мог быть решающий на босса. Я пока буду в ВКонтакте чекать, отвечать на сообщения друзей, которых у меня нет. Друзей? Трахайте. Хиль меня, хиль меня, хиль меня, хиль меня, хиль меня, хиль. Хиль. Блядь, ты на мою ману посмотри, блядь, ёбаный ты нахуй. Хиль. О, хиль. Хиль. Эй, скажи чё. Все, пойдем, Андрей. Пора. А? Пора. А, ну я просто видел. Пора, пора, пора. Бери, бери, бери. Ой, глаз к Ктулху. Ай, блядь. А почему пизды от него только я? Так надо. Это же реально. Ой, нет, это тварь же, которая, блин, падает на тебя, тварь. Параша, ты хули падаешь, блядь. Ой, там впереди тварь, валькирия, или как там она? Ой, блядь. Офигеть, ёбаный. Я таких трахать, блядь. А что так просто? Ну, получается, сейчас и босса завалим на изичах, ребзи, это вообще было изи. Вот мы и прошли игру, блядь. Вот мы и прошли игру, блядь. Пиздите, там, блядь, еще два защиты. Спидран. Ой, да эти муравьи самые легкие боссы, которые бывают вообще в истории игр. О, ботинки. Пока все лутается, единственный ломаем ин стулья. Хили залетает. Давай. Опять жирная тварь, блин, на пассиве сидит. Давай. Ну давай, давай, жри, блин, что скажешь про себя в этом. Давай, хиль меня. А может деньги скинете, твари? На. Блин, ненавижу, что с вами пошел. На. На. Давайте налоги, тварь. Продажная проститутка. А я и не против. Моё любимое. Чудо. Картошка с пюрешкой, картошка с картошкой. О, изменяет покрас волос. Это, блядь, носорог. Но это еще не они, это примерно уроды. Да уж, ну Виталий тварь, ни одного урона не получил, как и я. Иди с пиздов получил. Давай, султан, давай, давай, я смотрю на тебя. Ладно, помогу тебе. Ай, тварь, я урон получил, потому что султан черепаха. Дофига он, блин, этот, блин, урса. Да трахните ты его уже, блядь. Так ты, блядь, тебе надо, этот один максимальный хп важен. Да
В итоге не мы убили, все не он убил. Я хилиться. Не, Виталь, лучше бери вот эти экскалибры, которые. Не, Виталь, да, стой. А эти больше армора дают. Тварь, я вас так ненавижу. Виталь, деньги дай. Да вы заебали! Андрей, забери деньги. Твари, блин, деньги опять собирать. Я блин, какой же я... Какая же у меня, блин, работа, блин, говно, деньги надо собирать. Я тебе вместо долга. Потряси. Я вас, блин, сожалею до сих пор, что нашел эту фотографию, потому что это, блин, изменило ваше, блин, мировоззрение на всю катушку. Я, блин, эту фотографию сохранил, блядь, у себя на печке. Я пока буду сокровища покупать. Да, давай. О, смотри, что, да говно выбил. Такого говна мне давно не показывали. Неплохо, да? Да, блядство. И возврат надо, да ебать. Материться, ребят, уже давно не можно. А что будет? Ну я-то не матерюсь, я же, блин, я же вечером. А будем. А Боба. О, вторая повязка. Везет к огню мне. Вторая повязка. Берите, мне она не нужна. Виталий, да у тебя крит нужен, бери ты, чувствую. На уж, ну броня и тварь, конечно. Давай, дай мне прикол. Опа! А вот это что-то интересное. Это такое говно. Это что-то интересное? Ну, вы не знаете, что я выбил, но, короче, это мушкет. Он типа по характеристикам лучше, но у него ульта такая говёная максимально. Что идем? Вот это вот. Пердёшь в округе. Зачем он мне? Атомная лучше бы он мне врагов атаковал ближайших. Атомная дезориентация. Я стерянин, не знаю, чем взять вот этот мушкет или вот старый. Бзденька. Блин, но он всем хуже. У него и ХП мало. Атомная дезориентация. Не, оставь этот, который был. Вот этот, нет. Старый? Да, вот старый. Ведь казах всех подбивает, надо, чтобы поставляли старые предметы. Да, блин, стопудово, блин, это говнище, на самом деле, я, блин, повез. Никто бы не ломает кувшины, конечно, делал, там же Билли Джин. Весь мир это театр, люди, блин, всё. Играйте. Играйте! Блин, почему именно меня трахают? Опять сюда просто, блин, на ПК, блин, ферма, блин, у него кликер, блин, не играет. Обожаю эту игру, блин. Куки-кликер. Куки-шликер, блядь. Рыцарь сел бы на колено, понял, типа респект, выразил, сдох. Дебил. Выражаю респект. Сел и сдох, блядь, ну дебил. Что за куколды? Куколды, блядь. Фак. Чикен Макнаггет. Нет! Да вонючий лазер! Макрогерц, блядь. Макросники повсюду. Где мои деньги, блядь? Где деньги? Твари, деньги. Вставай на раздаче нас справишь. О, ура! Кидстартер на раздаче, ура! Я мечтал об этом. Где раздача, блин, денег, твари? Где деньги, уроды? Ты понял, блин, когда работаешь на Скруджа Макдака? Ты понял? А ты мне постиг ХП больше, чем у тебя. Да дайте мне вонючие деньги, твари. Сейчас же босс будет. Нет?
О, банан, он золотой. Виталий 7 денег взял. Ой, крыса в итоге мы нашлась. А ведь ожидали вообще от него такой. Одну деньгу себе дожмотили оба, нифига себе. Это на что? На жвачке по рублю. Да блять, да опять один. Просто потом мы сольемся теперь за это копейки. Не покупай нихуя. 20. А, у Виталий, держи иммунитет к огню. Я сейчас сдох. А, это у меня иммунитет к огню. Цепь душ. Разделяйте урон, понижая общий ущерб, блять. Урон теперь будет вообще наноситься. Он, наверное, похилиться надо, может, отрейтить. Я завязал. Да, это гениально, сейчас похилиться обратно в универ, мы снова сдохнем. Да, Сонат, реально гениальная идея. Ладно. Смотрите, а мне похуй. Смотрите, мне похуй, блядь. Да не так уж и похуй, я скажу тебе. Серьезно, блядь, ты мне ноль урона мне. Парень просто огонь. Мне похилиться, ребзи, я не буду скрывать. У Виталия, как обычно, мы зажмочены две монеты, как так? Да бля, да забирай, да забирай! Опа, деньги выпали, кто уронил? Ну ладно, если вы настаиваете. Ой, блядь. Ты наколдовал какого-то говна. Колдун. У меня три зелья, дерьма. Да, мне плохо, мне еще надо хилиться. А все потому, что я черный. Все потому, что я черный, и я, блин, получаю больше всего это огнестрельных ранений, и мне надо больше доживать. Я ж не назвал вот это огнестрельным ранением. Всем тихо. А, все, я похилился, какая удача. Пойдемте, ребята, че вы не идете-то? Тварь. А, сюда ты... пошел вверх, ну реально гений. Блядь, ебать, сухой, я бы ее трахнул. Бабадуй. Да блять, почему какая дезориентация? Потому что ты... Ориентация, блядь. Это трап. Нет, кентавр, я чуть не сдох. Я умер. Я там сдох, блядь. Да как так-то? За жопу его помацаю. Под матрацем. Из матраса, блядь. А, помацал. Демоническая сфера. О, я себе. Это посох, блядь? Да, я в окружении дебилов. Семейная посиделка. Дело семейное. Блин, мне опять, блин, пишет Никита, да ты заколебал меня. Чё тебе пишет? Чё я тебе сделал, блин, Никита? Чё он хочет? Ха! Хотя бы не вар 6. Ай, твари. Победа за нами, не держи в курсе. Это а бабку чё? Да, сколько? 50? Нет. Деньги важнее. Опять твари зажмотились и деньги. Ну ладно. Особенно Виталий, блин, свои 9 монет, блин, наверняка не хочет мне отдавать, да, блин, всей души. Это мои монеты. Твои? А может мои? Это мои монеты. Ну может мои. Нет, я скруч Макдак. Ты понял? Это мои деды. Ну вы там пвпшите, пока буду скелетиков ломать, сломить. Султан не может покоиться, мне реально кликер. Дедичный посох. Как так там? Где ты взяли? Еду берите, у кого мало еды, Нурсултан Сиркибаев. Да много. Да мало еды у тебя. У Виталика меньше всего. Нормально. Мне хватит.
Я не могу яблоко прыжить. Нужно было два посоха взять, чтобы хилить. А кто дамаг наносить будет? Никто. Будем терпеть. Андрей, ты чёрный встал, блядь. Встал в своих кровах. Никто не будет брать, что ли? Ешь. Я так каждый раз ем за столом. Давай, пойдем. Да может тут секретки есть. Ну посмотрите, видите, я не могу успокоиться. Видите, там за шкафом фонарь, чуваки. Но это точно что-то значит. О, пойдем туда. Пойдем туда. Там босс. Да босс жить правее. Меня. Там был вход правее давно. Бляха, реально? О, ой, а что другое? Новый чел? Лорд Света. Света? Пошел, я жоп. Думал Максим. Я думал Лера. Ебать! Хотя бы не два, спасибо. А один. Мне нравится тут Я не могу. Роблокс. Я не могу из контроля. Виталий, что за 7 у тебя возле тебя? А все метай, потому что ты мне деньги не кинул. Да, блядь. А ведь мог просто деньги скинуть вместе с Султаном. Пьяный, блядь. Не, он легкий. Думаешь? Да, а че мы даже не паримся, я не знаю. Ну я пиздюлюсь, например. Ну для тебя-то ладно, раньше-то мы все так просто пиздюлились. О, щит блатной, типа. И зачем я вот здесь стою, хилю? Да изи, чё-то. Да он же лошпедус. Или я. Ты, ура, каникулы! Ты и я, мы с тобой друзья. Да кто меня бомбы, блядь, уебал? Какой уебал? Я чувствую себя здоровяком. Тебя не видно, блядь. Я умер впервые. Виталь, я возражу его. Не возражай, я пока не посмотрю. А как ты там? Я пока уворачиваю, блядь. А, в смысле, я еще встал? Даже с чаем ты? Ел банан, тут спидер. Я ел бананы, что дальше? А ну, здесь есть. Качок такой отвечает, ну я ел бананы, и что дальше? Да, блядь, я его обидел. Да он изичный. О, Виталя сдох, лох, только лохи умирают. Блядь. Ради максимального хп. Ты долбай. Я встаю, блядь. Ой, я в окружении идиотов. Реально, в окружении идиотов. У тебя еда была, хули ты я не сжигал, блядь. Я думал, что на одном вытащу так. Типа я же про. А что вы на меня гоните? Султан умер последний, а что вы на меня гоните? Я в стане был, я до сих вернуться не мог. Ой, лох, я ни разу в стане не был. Как так-то? Ребят, ну вы да, мы, вы хотя бы зовите, мы, ну то, что катка бы для ложков-то, ведь я буду понимать эти свои. Ой, о, да, прокачка, пожертвовать души, у меня их 400. Твари, как дорого. Реально. Мастер на все руки. Ты зачем я хочу взять? Все. Заебись. Жертвоприношение получается. Эликсир жизни. Я теперь быстрее. Я повысил себе пассивный урон от оружия. Я да, теперь да. Опять загрузка сцены.
Да, ребят, конечно, я в окружении лохов. Тюрьма, как? За что я умер? За что я же умер? Меня и должны были сажать. Виталя, ты находишь себя в сравнении с Гатсом, когда у тебя меч? Возьмите бомбу, жамбу. Блять, казак, слышишь нахуй? Ты ё, что ли? Это мои зелья. Ты нахуй его выпил, да? Забери бумеранг, ёбаный. Ты выпил мои зелья, что ли, ёбаный? Они хилили. Я не играю так, я левая. Ты, это был мой хил. А откуда я знал, что они хилят? Ты должен был знать. Блин, дети, конечно, да, вы смешные. Кошмарный давайте, режим. Ну давайте ластаву и все. Кошмарный режим? Хуешарный. Ладно. Если так очкуйте, лошпедус. Я предлагаю просто сдохнуть. Андрей, ну ёб твою мать, ну ты постоянно не ходишь. В смысле, я в упор, вы чё врёте-то? О, блядь, я хочу спрыгнуть. Ват, это у меня такая ульта была сейчас, я даже не понял, что у меня ульта была. Как спрыгнуть? О. А реально нельзя прыгнуть вниз? Нет, нельзя. Да вы чё? Суецы. Педики, да? Вообще. Батя долбоёб, смотрите на меня, блядь. Ай! Смотрите на меня, я долбоёб, блядь. Чё, блин, тут отрицает. Блин, ребят, пожалуйста, оцените, пожалуйста, мою ульту по 10-бальной шкале. Все внимание на меня. Ты когда кого-то так убиваешь, деньги с него лутаешь, потому что нормально. Да, да. А, реально? Да. Да. Фига эксперты вы, ребят, я думал, что вы ложки. Сам ты ложка, блядь. Лучший ютубер, в смысле? Лучший ютубер по Майнсрафту, между прочим. Мужики, вы... Давай, найди сборку. Майнколони, Томкрафт. Да, ванильный. Ванильный. Может быть, шоколадный, блядь? Белый шоколад мой любимый. Мужики, дайте ему денег. Да кому ему? Кто там уже попрошайничает? Ты дал. Ты ой, ебать. Что это такое? Кинжал зачарованной силы яда. О, рыба-меч. Это двуручка. А у нее нету этого скилла. О, кто берет тот лох, кто берет тот лох, кто берет тот лох, а кто не берет, тот двойне лох. О, мужики, а как купить это? Кого? Все лохи. Вот, кольцо. Купите кольцо мне. У меня нет кольца, где кольцо? Вот, кольцо, вот, возле меня, купите. У меня нету! У него галюны, у меня дома растут грибы. Тут кольцо! Ой, блин, дебил. Тут это кольцо! Я деньги забрал. Тут кольцо. А сколько на денег тебе? Султан, сколько тебе денег надо? А, все, купил. А, не купил! Он мне яблоко за 20 дал, он меня наебал! А вот так еще яблоко я забрал! Ой, ребят, да, в окружении скама, блин, скама мамонты. Заебали скамить, блин. Че я плохого сделал? Кто вообще, блин, придумал скаминг в играх, я не понимаю. Блин, мужики, мой геймплей вот такой, я просто... А, скам, блин, как реально Ванидзуки. Ванидзуки постоянно, блин, одни из скамы, ё-моё, Виталь. Если задуматься. Ну там, блин, живые скамерши, там эти школьницы вонючие. Вонючие вообще-то. Да они, блин, твари, блин, деньги забрали, 8 миллионов. Чувак чуть суицид не сделал, блин. Пиздец. А чё, корочку возьмите? Корочку, хрум-хрум. Хрум-хрум, блядь. Да, ребят, вы, конечно, блин, не больно.
Ай-яй-яй-яй. Кто-то забрал скотина рубин или не показался? Я найду, где он живет, не волнуйтесь. Блять, все спиздили, уроды. Вот я найду, где вы живете. Я найду цыгана у нас команды. Ну кто опять-то, ё-моё? Да в смысле я в упор, у меня же султан не в упор, алё! Вы суки? Алёш! Да вот вам пруф, алё, вот я внизу, блин! Вот вам пруф, блять, вы оба... А вот твой пруф, я внизу, и чё? Ой, дебилы, короче, я понял, мы на тарасинхрон как зомбоиди, блин, понятно. Зомбоди, то мы даже лучше рассинхрон, блин. Я главный детектив. Я найду лично этого человека, я найду. Блять, это человек, он этот, гений. Самое страшное то, что человек, который виноват в этой фигне, он не понимает, что он виноват, и мы не знаем на самом деле. Это был ты! Да я сейчас скинул пруфы, я в упор, алё, это рассинхрон. У меня сейчас был ты! Мишка Фреду. Да возьмите ты блока кто-нибудь. Ой, мы за яблоко. Мы же за кого? Ножку возьмите, ты блока возьмите. Шипучка. А яблоко там взяли вы? О, мушкет. Да блять, косак! Ёбаный ты ублюдок, просто все, что не приколочено, он пиздит. Ребята, я все понимаю, но пожалуйста, яблоки возьмите. Да я тебя обманул, но ничего не. О, Санс! Санс это состоило? Да. Сейчас Андрей купит. У меня бесплатно первый товар, я знаком с продавщицей местной в Пятерочке. О нет, опять карапуз Йоши. Да блять. Да, звучки. Звуки новые зомбой. Да иди ты нахуй! Ой, не ёбаная! Сдаёт свой тут этот, блядь, крик дерьма! Да хватит! Сокровище! Я вообще все броню динозавра! О, броня динозавра! Вот это я угадал! Пивозавр... А, кто у нас колдун-то? Никто. Я. Ну да, ты не колдун, тебе не брони, докажи. Ты колдун, назови всех мозги в игре. Да это-то, там это заколдовать 40 плюс, что-то такое. Да дай мне. У тебя топот. Ну я, конечно, хорошо еще угадал. Я сказал мне то, что я хочу себе броню динозавра, мне и выпал. Все, я управляю игрой, я админ. Бля, кто первый? Это ты, что ли? Как ты колдун, блядь, забрал? Что, блядь, я забрал? Броню. У тебя она. Да я пусть, но сначала там забрал ты. Контейнер все. Давайте трахнем это тело, блядь. Чур-чур мой зад. Мой, блядь, перед. Середина. Можно вниз? Ну спасибо, кто бы мог подумать. Я абсолютно все шмотки забрал, которые есть. Виталия бы на ФК быть нечестно. Ну и постою, а мне похуй. Хочу стою ФК. Виталия гнида, Виталий неинтересно играть. Да, нет. Все еще буду как Артем. Может быть ДСТ? А может быть туда пойдем? А может быть зомбоид? А может быть в КС 1.6, а может в 1.5, а может быть в радугу? Блин. А может в Borderlands 1, а может 2, а может 3, а может пресиквел, а может 4, а может GTA Remaster, а может GTA 5, а может GTA 6. Выходит этот... А может быть. Вот когда там выйдет, я буду в нее играть вечно.
Borderlands новое дополнение. Но он не выйдет, я официально закрыл его. Мифриловый мушкет. Виталь, забери вот эту. Капец, он донный. Давайте, ребятки, погнали. Чего вы такие медленные? Кто там 5 хп, лох? Спасибо. А, это ты, хотя ладно, не важно. Хотя ладно, не важно. Кто лег-то? Да. Насрал так насрал. Что я сдыхаю нахуй, скамили. Ну скамили мамонта. А-а! Что мы тратим свою жизнь? Мне на завод скоро, я пока трачу ее как хочу. Италия, мама тоже заскамит. Может, сдохнем? Давай. Да ладно, я шучу, играю. Сутан Тиринем, блин, на катке выйдет этого говна, Виталий. Нет, играем дальше, Сутан. Да, блядь, я и так тухлый лежу, сука. Умирай, Виталий. Руки подой, блядь. Кто колдует не надо? Сутан стоит, думает, что он колдует, дебил. Дебил. Я спасу его и сдохну своей жизни, сынок. Защищал, блядь. Защищайся, блядь, щит счастья. Сдохни, сдохни. Поскользнулся, блядь, ёбаный ты шаман. Да зачем? Ты что, надоело? Да не знаю. Игра говнища, как вернуть её в стиме? Наиграл 16 часов, блин, не вернуть уже, а боба. Да не, она вроде неплохая, ну как рогалик. Рогалик это еда. Блять, я все съел нечаянно, нахуй. Блять, это что нахуй кончилось? Ничего нового. Блять, просто пиздец. На кого по этот лох? Давайте сыграем игру на кого по этот лох. Давайте. Давайте. Монеты, забираем мои монеты. Да выиграем, блядь, да ёпта. Ладно, мне надо ресетнуться, всё. На обоим надо ресетнуться сейчас. Как сдохнуть? Я вижу, как сдохнуть. Если меня не хп, я ж не буду так ходить. Итак, ты куда пошел? Ты меня потерял? Тварь, ты точно хочешь, чтобы я играл? Рабин Гуд, ёбаный, я тебя даже не заметил. О нет, поганое зелье. Ребят, прикол. Да ёбаный рот, блядь, таких приколов. Блядь, да что ж такое-то? Я на урона не получил, какие же было шпендесы. Ребят, прикол. Реально. А, они за мной ходят. Вот это интересный челлендж. Может реально в ДСТ? Вообще ебанулся. А там вышел вообще-то? Что-то вышел или нет? Да, шипврек теперь. Чё там? Шипврек тоже. То есть, прикол. Что вышел? Контент шипврека вот этого. А, шипрект вышел на... Да. Ну, смотри, это прикольно было в шипрект катнуть. Ну это собрать надо, да. А там DLC, да, нужно покупать же. Нет, не надо. Надо, но есть. Вот и все бесплатное, да. Бесплатно? Бесплатно. Так не, можно было бы собраться хэп с Артемом. Знаешь, Артем же желает, капец. Я бы шестерых собрал. Да кого? У Малика есть? У деда есть? Деда не играют. Я с дедами не играю. Я забыл, да. Навык алочность. Что? А, посох. Я думал уже кинжал, думаю, что. Ну там кин-там по посох. Где? Слева. Прикол. Да еб...
Да, ребят, вы такие... Зигзаг, ты в норме или обкурен? Зигзаг, ты в норме или обкурен? А что делает? Не знаю, попробуй. Никиту Блэктранка можно было бы позвать. Да, Никиточка, да, мужик. Если у него ДСТ есть. Микс Фокса можно позвать. Просто прикол в том, что я знаю, что будет. Половина уже после первой игры да, легнёт. Да, так и будет. Останутся только самые сильные. Так, что это такое? Это деньги тырить у людей. Охуеть. Не, можно собрать ДСТ. Ты как думаешь? Я хочу сдохнуть, нахуй, блядь. Что это? ДСТ собраться. Кто забрался туда? ДСТ. Да, я хочу. Я все равно буду за зизяками, мне чтобы не бать дать. Я и пойду на этом. На буде. Я как обычно буду на ком узнать, я не понял, как он играл. Ты на ком? На девочка, которая... А, с призраками? Да. А, точняк, она же вообще балдёж, она моя вайфу, вайфушка моя, вайфушка. Она да, вайфушка. Блядь, сука, вы за... Андрей, ёбаные камни, блядь, ты хуй! Могли бы сейчас, может, даже если, типа, Не, думаю, еще надо отдохнуть, вечером. Ну да, ну не весь, ну пусть знает, как выйдет, если вечером выйдет, то выйдет. Дайте жить, блядь! Полежи, аж пендус. Ну, типа, мы в первый раз... Мы первый раз со всеми сыграем, но, типа, ждать никого потом не будем. Потому что, мне кажется, типа, пока все соберутся... Да, не соберемся. Даже, типа, ну, будем собирать просто тех, кого есть. Хотя бы, да, те, кто есть, типа, хотя бы втроем. Типа, можно да. Будет базу построить большую. Блин, хотя бы еще трек там жить, подожди. Там лодка есть. Там еще мы когда играли в последний раз, там добавляли эту лодку. А, ну типа это можно... То есть можно в обычном мире войти в шип-трек? Да, и вернуться обратно в обычный мир. Да, как я понял. Я не знаю, Андрей, я не видел. Потому что, блин, типа, блин, катать чисто шип-трек, там вот этот же... Это не шип-трек будет, чисто. Чисто, да, потому что это будет совмещенное, то это будет не особо интересно. Без пещер или... Нет, там есть пещера, по-моему. Пещеры не сокровища, можно поискать там боссов, плодить на воде, да, это прикольно. Ну, типа, можно поиграть. Ну, типа, ну, опять же, надо отдохнуть, я после этого поесть. Я в Якутске пойду, хочу выходить. Ребят, я забыл, они же за мной бегают, камни же за мной бегают. Ёбаная Андрей, нахуй. Скажи этому. Хотя вопрос, скажи мне, что это? Я не знаю, кто будет хостить. Мне кто? А кто хостил? Ну я хостил. Обычно хостил ты или я обычно хостил? Ну просто типа... Надо тебе то, что у тебя все друзья есть в стиме. Да-да, справедливо. У тебя все друзья, блядь. У тебя пока мощнее. Мужики, знаете, что я спиздил у вас? Короче, слушайте. Я спиздил ножом, закаленный элементальным ядом. А еще, знаешь, что еще враги как бы есть? Ну да, ребят. Камень. The right of... Ну, стан, как обычно, ворует, блин, не даже не скажет. Мушкет. Ой, это неплохо. Лука с костей акулы, кстати. Ой, акула, аккуратно! Да, блядь, ты, так сука! Так это моё! Виталя попался на такой очевидный скам. Это казах попался. Блять. Ёба, мне нравится, что казах ёбаный. Пизда. Блять. А бумеранг. Да, блять, его идеи будут актуальны абсолютно всегда. Не стыдно? Вот Настя бы в таком случае сказала бы, не стыдно? Я бы сказал, горжусь. Я помню, я горжусь. Блять. Киллинг спри. Да ты правильно сделал, тебе ресетиться надо. Оправдал дебила. Погнали. Это, кстати, босс, по-моему, нет? Да. О, слаймикс. Ой, его перенесли, кстати, он на первой локации раньше был. Разве? Да. Я не помню. У кого этот, блин, Эдвард руки вампиры? Да, блядь, у кого ебучий камень? Да у меня нет, у меня мушкет, вопрос не ко мне. Это не он кидает, босс. А, это он кидает, точно, да. Новые сокровища в замоке! А вот Стив выпал с него этот. Посох слизи. Он призывает слизни. Очевидно!
Виталий взял оружие ядовитое? Да. А чё ты мне не отдал? Корона дебила! На ВТГ можно было сломать. То, что от босса остается. Ну погнали. А, еда, еда! Еда. Взял. А что вы молчите, дебилы? Вверх. Вниз, вверх. Да дебил, как вниз ты попасть? Отправляешься в Подольск. Воронеж. Братск. Житомир. А, вот это нормальный мужик. У него модная прическа. Мои. Не. Так с гордостью сказал, мои. Ебучие картакулы. Картакулы. Да ё-моё. У меня вообще оружие дерьмище нереально. Блять, мне камнем поебало дали, блядь. Нам срочно нужен хил. О, королевский. Ну и говно. Мне нравится, что им падает какая-то ведьма, навлекает на такие же, блядь. Еще одна хуйня, которая бьет союз. Это с Rampage Knights, говно, которое, блин. Это как того посох молнии, вот этот вот, молоточек вот этот. Возьмите его, блядь, хороший. Не можешь поменять, Андрюх? Чего? На посох молнии. Это? Тупое говно, да. Только тихо. Делай. Нет, в жопу. Пойдем. Подожди, ну деньги. Арканзас, 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 Арканзас. Чего, дебил вонючий? Да. Аккуратно, там грибы дерьма. Есть детки, Геркулес, будет пить, когда не пить. Блять, казах. Казах нанюхался гриба, ёбаного. Ты, братан, ты, братан, не кипишу. Меньше мышц, больше писю. Справедливо. Вон, ваша мука. Куриная, что, ножка? KFC? KFC, KFC, кстати, люблю KFC, очень люблю KFC, мне очень нравится. Фуфел смерть пакостин, кар. Зигзаг, ты в норме или обкурен? Зигзаг, ты в норме или обкурен? Ну, если так это говорит, охуенно. Ну, я это пытаюсь посметировать, но вот этот. Там вниз еще... Дайте дебилу ресетнуться. Ну ладно, дали. Хуйня вот это. Дают топор войны. Атаку дают. О, дураки, дороги. А я ж видеть понадеялся. Ай-яй-яй. Поебал он на тебя. Пацаны, сейчас еще и меня надо будет ресетать. Да блять, вы че нахуй? Совсем нахуй ебанулись, нахуй, нахуй. Блять, уёбки. Просто меньше уйдет, матов, Виталь, меньше матов, но мат. Мат — это такой прикол. Это то, что ложат пускай, да, я понял там. Что можно было кувырки делать прикольно с этой тухлой. Паркур, паркур. Ну ты дебил. Ты понимаешь, что не работает? Блок не существует. О, дебил! Ебать! Хилься! Ебать ты тут! Зачем? А меня-то зачем? Дебил, понимаешь, что ты сейчас не сможешь? Да похилься, дурачок!
Ты дебил. Возрождай. Виталий, я с тобой дружить больше не хочу, я не хочу с дурачком дружить. Ай, блин, Виталий, сколько потребуется? Деньги скидывал, пока мы валяемся дом. Только себе и думает, да. А меня за что, я чёрный? Блять, Катя, поебал. А ты сука, что ли, ты можешь нормально, блядь. Дай сдохнуть, дай ресетнуться. Да вы чё, ебанулись, какие нахуй ресеты? Да какой мало, не хочу трачилку. Да вы чё, ебланы? Оставь! Бляха, идиоты. Посох казах ебейший какой-то. Блин, дебилы. Я дракончик. Ой, ещё. Мужики, я летаю. Казах! Стой на земле. Я тебя ресетну. Какой же ты ксевой. Это самый лучший ресет. Это помнишь, Гитарь? В6, да, осталось 3 хп. Помнишь, с пекаля брали. Блин, как бы не убить. И все время почти грохаешь. Мужики, я умею летать. Ай-яй-яй-яй-яй. Ресет. Я летаю, говорит. Галины. Долетался, долбоёб, блядь. Да поднять, дебила. Осуждаю. Не ходи рядом с тобой, собьёшь мне всю хуйню. Ауру говна. Как ауру. Чего? Стоит 10 душ больше, чем у меня. Ну а со старта 10 душ. Навыки. Вначале. О, Гранд Казино! О. На макс хп. О, я выиграл в казино. О, броня. Средняя броня. Она пассивно улучшает. Ничего я беру, потому что она мне улучшила всё. О, Гранд Казино, выигрыш снова. Ой, Виталий, забирай эти доспехи, смотри. Блин, кто? Опа! На, нахуй. О. О. А что там такой на очко? Думаешь, что это плохо? О, нет! Виталя, что я тебе выбил, смотри. Магические крылья, блядь. Это как у меня, что ли? Да. О! А, это копье. О, баба. Почему это копье? Это выглядит как посох. Блядь. Ничего себе. Пожалуйста, блядь. Говна. В башке тухту. Давайте я буду играть, пока деньги не кончатся. И Виталя просто в шоке. Давай, Султан, посмотрим, пересетишься. Ну, денег больше нет. В итоге мы Виталя, блин, забирает, то что Султан выглядит не нравится. Это дипломатия, блин. Все, пойдемте нахуй отсюда. Чего не могу? КП нет. Госуицид. Отойди, чуть подальше. Да, в окружении дебило. До следующий раз я что-то сделаю, значит. А, никто да не хочет забрать сапфир, хорошо. Не, я его не вижу. У меня есть сапфир. Забирай. Он не забирается. Так у нас его нет, блядь, я весь синхрон, ёбаный. Галюны.
меня от них галюны. Достойный ответ от дебила. О. Какой-то я вялый, Виталь, да я не удивлю. Ой, кто лежит? Тихо, он спит. Разбудите. Я дебил, смотри. Реально ебу. Да, блядь, даже в воздухе меня ебут, да вы заебали. Где? Где будет место, где казаха не ебут? Можно я сейчас забыл? Кимры, вал, Ярославы. Казаха не ебут. Я пошел дальше. Яблоки уже не вместятся. Уже не в мете, блядь. Ооо! Легендарная, видали? Лёха, не влезла буква L, легендарная. Фига он страшно, блин, такое лицо, блин, печальное какое-то. Ну ты дебил. Колобек. Back my ass. Back my back. Бутис, бичис, бич, бич. Акади. Не, ну он дебил. Он да, я нет. Да. Мама меня фура убила. Ури. Это самый легкий босс, ребят, я без урона его прошел. Я реально без урона прошел, я дебил. У меня нет жизни, я ноу лайфа. Ноу лайфа. Охуеть, я жив. Виталь, что бы я ни делал, у меня будет крылья, блядь. Че, вы там сожрали, что ли, и все бы мне вообще ничего не оставили, да? Да. Там ничего не было, блядь. Ну вы дебилы. А выше еще нельзя. Самурай, ебаный. Нет. Хотя это не попадает. Че-то у тебя проблемы с этим, со снайпингом? С ориентацией на споловой. Это старческая. У меня с ориентацией половой проблема. Да, да я даже будучи летающим умираю. Всё, да блять. А я даже что-то и не удивлен. Нет, дебилы. Кровосись. Да блять. Приятно. Всем приятного гепатита, ребятки. Hello. Hello. И два самурая, блять, и динозаврик. Дебил сбросил. Hello. It's me. Your dick. Dick hard agree? Угу. Нет! Надо было сломать косточки. Ну обычно, если кажется, попизже было. Да. Там быстрее. А что, там можно играть вместе? Понятно. Отлично.
Ой, дебил, так не обновляется нам поищнается, это обновлялось хотя была брампага обновляемая, вот это вообще вау. Ай! Кто это уронил? Пойди, покажись. Это меч, ебать. На, выкружение двух дебил. Чё, казах, с этим будешь ходить? Да, буду с этим ходить. Я буду Джон. Да уж, выкружение дебилов, реально. Шоу, блин. А я кайфую с этой хуйни, это кайф. Меня окружают два дурачка. Но отныне весь дэмэдж на боссах ваш, мне пофиг, я стою на месте. А, все стоим на месте. Никто не выкупает. О, дебил, который, собственно, колено сдыхает, ваш педус. Да уж, не можете его завалить, ребята. Он даже убил его! Его убили! Я получил купон со скидкой. Какие магазины? Пятерочка или Спортмастер? Дешево! Взяли изнул и пропало. Ребята, я боюсь темноты. Не бойся. Я сейчас умру, мне страшно. Катин, там торгуете, да, мы? Ну ладно, тварь, я пока буду только тоже себе думать. Там лучше лук есть. Опа, я обратно. Это лук? Сланочки крутили, да? Без понятия, бабуль. А? Я без понятия. Выключи, пожалуйста, свет. Не, не надо. Выключи. Не. Ну, выключи. Сюда. А? Я не могу, когда ты не а, так, ну, не ты же здесь сидишь. Мне выключи, бабуль. Так и не выключила. О, 4. Цепи. А, нет. Если мясо, не забудьте забнуть. Я возьму? Тогда мясо, только мясом подпитаюсь после этого. Дебиты, бери. Давайте. Давай, ешь. На это мясо. А как тебе выбросить это? А, точно, мясо содержит. Тварь, блин, KFC-шная скотина. Он а все фрукты нам. Султан, надо ресетнуться. Ну и как, мы... Ладно, вот, шипы. Дебил. Надо рисоваться, дебил. Давид! Сейчас я вон один хп поднял, понял? Давай сюда заново. Для него смерть это трудно. Умереть специально трудно, но их боюсь до зараз. Ну и хули мы стоим. Андрей, блядь. Смотрите, ведь ульта. Не, ну мы, конечно, дебилы, да. Окружение двух идиотов. Виталий, блядь, а что вы ждете там? Я вот сломал козочки и ничего не выбил. Может быть тебя, блядь. Кто сказал? Кто там вякнул это говно? Вон вот и мочивин сам своим говном большим. Так это не я сказал, блядь. Я бы вижу, что ты, блин, убиваешь с каким-нибудь крутым парнем, вот такой убивайте всех, блин, все, я буду ФК стоять. Ну ты дебил. Ничего ему не доверишь.
Кстати, мы же против этого святого рыцаря дались. Предательство. А где лежит ты, этот дурачок? Ебать, ты глаза долбишь, ты как я, блядь. Задишь, взаимно, лошпедус. Бомба есть у кого-нибудь? Бомба. Нету. Ну вы дебилы. Еду держи. Итак, еду держи. Мясо держи. Тварь. Возьмите хуйню. Хуй эту? А синистая бомба не подойдет? А может? Но нет! Он взрыва не делает. Ну он дебил, конечно. Опять. О, наконец-то диалог прорисовал. Ну все, мочите я пока. У вас же парни биг кок, а не у меня. Ай, блин, больно. Ну что на меня не? Убиваю тебя, бесплодный дух. А, мужики, я ему сейчас ебло сломаю просто вот так. И все. А чё, он лёг отдохнуть? Ну ты дебил. Новые сокровища в замоке! Зачем я прыгаю? Рыцарь восстановил рыцаря, ну дебил. О, надо броня ёбаря, террориста. Угу. Каждый раз при использовании золота есть шанс вместо золота сплотиться 10% своего здоровья. Охуеть, Андрей, это тебе, блин. Чё? Читай. Жуп! Это золотой жуп, вы чеха! Да это игра такая, слушайте. Почему золотой жуп, блин? Да это переводчик жужел. А, не-не-не-не-не! Это типа когда у тебя зуб, ну, блядь, нету зуба, ты говоришь жуп, ну типа, блядь, без зуба как будто говоришь. А, Comedy Club пытался пошутить. Ебать. Пойдем! Пожалуйста. Да нафиг мне этот золотой жук нужен. Я возьми, блядь, просто нахуй. А я возьму. Я взял. Да просто мы типа когда ты меня покупаешь, блин, ты можешь отдать свое блин, здоровье, охренеть, блин. Ну, да не похуй отдашь, блядь. Наверх. А куда еще? Главная башня. А есть вторичная? Да. О. Блядь, да что за подстава? Джакушка. Ну да, сами Райдис дебил. Коллега. То есть хочешь сказать, что ты забрал Андрея броню, я твою, блядь? Да. Бляха. Коллега. Круговорот говна в природе. Ай-яй-яй. Бананчики, чтобы все упали от них. Блять, ёбаный. Рубин. Украли сразу же. Да, блять, у меня хп меньше молодцы, давай не надо. И это все? Да. Дайте рубин султану рубин. О, спасибо. А, граната, Андрей. Бомба. А что слева? Похуй. Дети, тут дальше есть проход. Ну, у вас справа же босс, очевидно. Давайте, мы сейчас, может, откроем, блин, Пандору, блин.
Вот меня вас ловушка зовут, дебилы. Кстати, факт того, что Шкет хотел в ДСТ, блядь, это нихуя не дается. Мы имеем право не идти нихуя. Типа, подожди, так в смысле, ты зачем, типа? В смысле, мы имеем право, типа, не идти, это ясное дело, но типа. Он, блядь, такой, типа, блядь. Типа из. Давай! Давай всех позовем на его именно. Бать, тогда уебанами будете, ну. Я бы так сделал, я бы с ними так сделал, блин, вообще круто. Так мы можем двоих взять всего. Кого? Ну, либо Артема, ну, то есть нас уже будет 5. Кого-то 6. А там или там на 8-рых, я не помню. Подожди, там нас уже будет 5, где-то вообще людей нашел. Да, нет. Я что-то просрал, или у меня по математике реально все хорошо. Да, Виталий, у тебя по математике, по-моему, все плохо, дай. Да блять, я посчитал неправильно. Я понял. Не, ну вот просто, ну, у нас Шкет приходит и еще 20. Мандала. По два. Мандала. Мандала, блядь. Андрей, возьми мандалу. Место для двух Никит у нас остается. Бананы. Лупанова. Меняю бананы. Лупанова, блядь. У меня нечем тебе это обменять, но спасибо большое за бананы. Спасибо. Султан, надо ресетнуться. Есть способ ресетнуться? Проверяем, проверяем способ. Я пожал уже. Дебил. Блять, этот кудесник, я его ебал, блять. Я мы словом исполнил кудесник. Давайте, воюйте. Это такой кафе, сука. Блять, сука, ебаная, блядь. Мы тебе это припомним. Припоминайте, буду фкашить дальше на бой смысл. Не главное не победа, главную часть. Блять, ебать ты, блядь. По жизни девисник, блядь. Я мизантроп, я циник. Где рута твоя? Покажи свою могущественную стылу. Я знаю, что она хороша, мне можешь завидовать. Биг Коп называется. Биг Соси. Я думал, что это святой лук, и там будет такая же святая стыла, как у того, блядь, босса, блядь. Она просто наносит урон как две стрелы, и все, типа, вместо 50 100. Это вообще круто. Ебать, еще Библию читать, да. Достал мне ветку из говна, блин, синий шоп. Говна и палок, блядь. Смэк ма эс. О, королевский рояль. О. Кто подобрал говно? Виталя, блядь. Ну да, Виталий сразу видно цыган. Посох мушкет. У кого мушкет? У меня мушкета нет. Оно заколдовано на атаку. Пойдем. Закуколдовано все это дело. Босс. Баб. Ебать, босс. Дед. Я колдун. Он может оружие зачаять, чуваки. У кого оружие топовое? Чайте. Минус 25 хп. А что у меня оружие делает, надо посмотреть. У меня оружие на минус 25 ты колдовал, блядь. Ну ты чё нахуй? А, типа это рандомное? Да. А у этого пидора можно что-то купить? У меня типа, шмотки есть, которые покупаются, блин, но их бы нельзя купить, что не порисовались у вас. Давайте, может, перезайдём? Давайте в комнату перезайдем, может появится. Ну-ка. Вот у меня в тот раз тоже были здесь шмотки. У меня нет шмоток. У меня нет шмоток. А, смотрите, я теперь тоже, у меня тоже было фото. У меня этот легендарный костюм убийцы, который на лук, на мушкет, либо на парные клинки, он нереально крутой. Ну его не купить, да? И он бесплатный, блин, типа личная первая покупка, я не могу. Так как? Он есть у меня, но он не нажимается. Да, что у вас, видимо. У меня так же было. Бабка вонючая, блин, стопудово соврала, блин, да? Ну давай, все, пойдем. Нет!
Пойдёмте. Да кто вы, я упёрстый, но реально дебилы. У меня минус 25 голду, блядь, хп, блядь, зачаровалось, пиздец. Полезно. Ой, ну бей всех, я пока. Это моя копия или чё, подожди? У него такая же, у него такой же лук, по-моему, да, и такая же броня у него. Ну дебил. Да у него реально такой же. Я нашел своего брата. Близнеца потерянного, да? Пиздеца. А кореша? Нет! Нас развели при рождении, я с ним не виделся 40 лет, и вот я с ним увиделся на пару секунд. Я с ним увиделся на секунду, я благодарен Богу за то, что свел нас. Блять, валяется мертвый, блядь. Бухой. Ну вставай ты, шашлык. Пойдемте, дебилы. Back my ass. А, я посох взял! Что? Какой посох? Как я просрал этот момент? Я где-то подписал мой контракт и не увидел ничего. Блядь. А я хорош. Заебись. Колдун, Андрей, блять. Колдун. О, глаз. О, рок. О, обратно можно, посмотри, там мой лук, пожалуйста, поймите на слово. Глаз тоже можно взять, поймите, глаз промоцепта. Лук. Бери. Где? Вон, спереди, вот здесь. Вот он. А еда, кстати, еще. Пойдемте, куда еще? Вниз-то, может, там, значит, там еще что-то есть. Я, наверное. Слевее. Да еще куда вы? А если выпадет, ничего не выпало, бывает. Если выпадет, ничего не выпало. Я не знаю, что вы такие злые. Я хочу очко сосать! Оооо, это кто? Ёбаный бык, блин. Это Red Bull. Хлайху. Red Bull. Стрела, имба! О, нет, блядь! Он лёгкий. Телетина, ёбаный. А можете его зарядить? Он лёгкий. Да в прошлый раз мы тоже так говорили, блядь. Вообще-то не вы, а я говорил. Ну вот ты. Разрядите меня, пожалуйста. Ой! Ой, Джойски! Ой, Шойски! Блин, бодается. Бодается. Ой, Шойски! Чойски! Имбовая стрела. Я не попал. О, еще иски. Да он легкий. Блять, уже раз 40 это сказал, блять, Андрей. Он легкий. Какой-то хуй легкий, я бы сказал. Андрей, у тебя зелье есть, если что, казах может посмотреть, что за зелье. Да, я выпью. У тебя цветок! О, нет, я Максим! Я Максим! Я Максим! Я Максим, давк! У тебя если что есть цветок, который тебе фул хп снимает? Я знаю, я гений. Гей? Чё ко мне, бы на что меня сутала не поднял? Я думаю, специально ты сделал. Да блять! Да можно поиграть надо в эту игру, ебать! Он легкий. Да блять, ну. А пизденеть! Султан на лист, но хилки остались. Я даже хизнуть не могу, блядь. Давай, казак, ну живой! Да блядь, скилл не успел! Да ты, блядь, ешь, дурак! Беги! Я не успел. Да, блядь, отойдите, блядь, ну дайте мне, блядь. Я отошел.
ним. Один забайтит, пускай в левую сторону, блядь, максимально у меня восстанавливает, ты чё смотришь? Да давай, блядь, он агрится нахуй, хуй пойми как. Да, Виталь, на, Виталь, курочки на это. Блядь. Сдох, мужик. Давай, быстрее, курочки, Виталь, быстрее. О, KFC. Все курочки забирай. Одну. А-а-а. Да как меня заебал этот кабан! Да он легкий! Ща у него мало хп останется, я буду вихилиться, буду убивать его как это раз. Блять, я сгорю сейчас на работе. Да блять, пацаны, ну какой же он легкий, блин. Я ему уже просто ебло проломил. Он легкий. Булфайтер. Вот курочка лежит там. Это что посох. Такое? А чё сундук такое говно? А дай смерти копью, блин. Дальше же мы ещё один. А, это не хил. Дальше ещё один босс финальный. Да. А у нас ничего. Он еды даст. А он не предатель ли? Давайте следующий берет. Все, каждый подойдите к нему, он каждому дает еду. А, да? Ну дай курочку забери. Он дай ты. Да-да-да, я. Дай яблоки. Блин, курочку Виталия отдать. Давай. Пойдем. Изим! Это изи, пацаны, я уже предугадал. Да диалоги на уровне клиффхенгера убрать. Уровень клиффхенгера старого деда, блядь. Так а мы разве другой там был волшебный? А, он стоп. Да, мы же его убили. Умер дед Максим. Не, мы этого убили. Этого разве? Курочка это выпнула. А там появился наёбщик? А мы ж, по-моему, так и не убили. Не, мы, по-моему, не убили. Помнишь, в последней фазе, по-моему, мы сдохли от пламени его вот этого, помнишь? А, мы ж, по-моему, не убили. Не, этого убили. Я уверен в этом. Как его убивать, он летает? А, он падает. Дебил. Давайте, сосредоточимся. У него понимаешь, что две фазы, мужики. Сосредоточимся. Хотя бы не пять. Я, короче, убиваю его чисто кристальчиком, потому что мне, ну, больше нечего. Я заебал он зонить. Нифига себе не убил дэмэдж этого огня. Воу-воу-воу, братиш. Потиш. Вторая фаза. Псину забили. Блять, съешьте, на банановой кожуре поскользиться, поскользнуться, мужики. Слишком важно, блять, оно потом сыграет. Охуенный диалог, блять. Тебе мою, ну да, имя любимое мое. А, блять. Вот здесь мы не сдохли, или? Нет, было, мы его проходили. Мы тут чудом, блядь, прошли его один раз. Ай, блядь. Ну хила больше нет у нас. А, я тоже умер. Ты, блядь, серьезно, мужики? Подожди, я стою, ты понимаешь, прикол-то я стою. Ты видишь? Угодно восстанови. Хороший. Пока дамажу его. Давай, можешь этот умирать, Андрей. Нет! Че, Виталя просто завалит, ты че палец точно?
Хороший снайпер. Лучший это ли, боже мой, какой-то красавчик. Не знаю, господи, а, ну, вот, а главное, блин, скотина, без него бы мы, вот, блин, не знаю, легче прошли бы, тварь. Да-да. Да-да, я. О, драчем, да. Ой, дебил! Я же говорю вам, тварь, скотина! Вот эта тварь же, да, которую мы убили первую. Так его потом отпиздили. Я просто гей. Не, ну ты вообще дебил, блин. Мы же могли быть друзьями, блин. Карлик нос, блин. А ты суп, который крафтит, готовится. Блин, я поел бы с ним. Несколько месяцев спустя, нифига себе, армия пролетела. Ха-ха, дебил, у вас шансов нет, вы сдохнете. Фига он прокачался. Граф Харвуд. Экскремент. Справедливость, хах, это инструмент созданный. Готовься принять свою милость. Раздав у тебя твою империю вперед. О, нет, имбаланс! Я никогда не думал, что ему уже подчиняются демоны. Я просто не могу здесь умереть. То есть у Андрея вперед идет, почему не задержит? Ну ха-ха-ха, царства нет, весь мир будет дрожать, я бессмертен. Да как ты заебал? Я бессмертен. Я, ребят, я подхожу, да, когда озвучку аниме или типа. Вообще подходишь. О, ну-ка, смотрим. Убито монстров. 142. Золото 169. А какой плеер я? Подожди. Ты второй. Я второй, да. Полученный урон 5711. Казах больше всё? Всего урона. Да. Нет. Еще там надо убить этого ублюдка. Теперь. Этого ублюдка, я его понял. Все, закончить. Ну и с нами берсерк. Шанс стать берсерком. Ебать, я теперь супер быстрым буду. Подтвердить. Берсерк. Берсерк. Гадс не сделан. Прошу, все. Не, ну кошмарный режим. Пока, все. Выход. Игра гов. Ты, кстати, в прошлый раз то же самое сказал, когда мы прошли игру.